Итак, всем доброе утро. Позавтракав, завтракаем мы у себя в номерах. Там есть у нас кухонный уголок. Так вот, сварив сосиски, яйца, там сделав бутерброды и погрев чайку, попив, мы вот идем гулять сегодня по большой Байкальской тропе. Ну и покажу вам, что да как. Вот, вышли на тропу, а теперь вверх и в лес. Тропа идет от Листвянки до поселка Большие Коты. Вот. Но мы, наверное, до Больших Кот не пойдем, выйдем на берег Байкала и пойдем по берегу Байкала обратно. Ну, это где-то 15 километров у нас будет. Ну вот, друзья, дошли мы до Байкала по дорожке. Дорожка так себе для прогулок. Тяжеловато. Сначала очень много и долго вверх, потом столько же долго вниз. Не очень приятно для прогулки. Поэтому обратно мы пойдем вдоль Байкала. Как я и говорил, обратно мы идем вдоль Байкала по тропе, которая называется Опасная. А опасная она вот почему. Тропа и... Можно улететь с концами. Фух, зацепился ногой. Чуваки, это реально стрёмно. Ползли практически по отвесной скале, кое-как цепляясь. Не знаю, повторил бы я это второй раз. Я нет. Я, наверное, тоже нет, не смог бы. Но у нас дальше вот дорожка. Хоть тропинка есть. Ну что, друзья, дошли мы до обсерватории. Вот какой крутой вид. Замаялись только все идти. То вверх, то вниз. По неудобной дороге. О, тяжело, тяжело идти по этой тропе. Как на Пекчерского примерно, так же. А на территории обсерватории большой солнечный вакуумный телескоп. Вот он. Красавчик. Итак, друзья, наконец-то мы пришли в цивилизацию, спустились с гор. Время 16:40, и мы зашли, как всегда, покушать в кафе Ольгу.
Я взял себе солянку. Посмотрите, сколько мяса. Оп. Настя взяла себе борщ. Взял себе хариуса попробовать. Не соленого, даже попробовал специально. Ну и позы. Будем пробовать хариуса. Ну вот, собственно, вот тут мы постоянно и кушаем. Неплохое место. Ой, солянка вообще огонь. 120 рублей. Что потом 120 рублей, там сок мяса такой был баранины. Что, попробовал я хариусом. Могу сказать, что омуль вкуснее. Все-таки я проникся к омулю. Реально вкусно. Только горячего копчения. Исключительно. Все, идем в номера. Итак, друзья, пришло время нам оставить свой след в Листвянке. Ну и сделать благое дело. Сейчас узнаете, какое. СДСВ неизбежен. Итак, друзья, краткий итог сегодняшнего дня. Прогулялись по тропе Большой Байкальской. Туда еще ничего, а вот обратно мы шли по опасному участку вдоль Байкала. Реально стрёмно. До нашего приезда британец с этой тропы сорвался и наглухо разбился. Все, нет британца. Что еще сегодня? Покушали в Ольге, поел хариуса нормального, не соленого. Я как говорил, что мне омуль горячего копчения гораздо больше нравится. Реально, проникся. Так, ну и все, собрались. Все, завтра утром выезжаем в Иркутск. Все, спокойной ночи.